Турецкие ударные БПЛА, вне всяких сомнений, являются самым современным эффективным оружием. В этом не надо никого убеждать. Это было доказано в Сирии, Ливии и, наконец, в ходе боев на Горном Карабахе. Как передает канал 13, об этом сказал министр обороны Украины Андрей Таран в беседе с турецкими журналистами в преддверии переговоров с министром иностранных дел и обороны Турции в формате 2+2 «Квадрига». По его словам, в соответствии с поручением президента Владимира Зеленского было принято решение о закупках турецких ударных БПЛА. Беспилотники экономичны и эффективны. Я и президент лично удостоверились в эффективности беспилотников в ходе учений. Однако мы заинтересованы не только в закупках, но и в совместном производстве, трансфере технологий. Украина также может поделиться с турецкими компаниями отечественными технологиями. Это принесет выгоду обеим сторонам, сказал он.